Всем привет! В очередной раз вам напоминаю, что 29 декабря на нашем канале будет производиться розыгрыш 5 денежных призов по 1000 рублей. Чтобы поучаствовать в этом розыгрыше и получить шанс стать обладателем этой 1000 рублей, вам необходимо быть подписанным на канал, оставить какой-нибудь комментарий под видео и поставить лайк. Больше ничего делать не нужно. Так, чтобы попробовать получить 1000, вам нужно быть подписанным, ставить лайк и написать комментарий. Все, и 29 числа мы произведем среди всех подписчиков, сколько бы их ни было, количество подписчиков совершенно никакой роли не играет, сколько будет, среди тех разыграем. Всем привет! Сегодня очередной выпуск про прадик. И как вы видите из названия, там присутствует слово «подкрылок». Что сподвигло меня в минус 12 на улице, а гараж у меня не холодный, сделать это видео? Первый момент – это тот факт, что начали раздаваться какие-то непонятные звуки стороны задней подвески, с левой стороны. Ну, такие непохожие на звуки подвески, но они немножко раздражают. Я посмотрел подкрылок. Подкрылок вроде крепится нормально, то есть все болтики на месте. Но там есть один момент, сам подкрылок, он когда одевается, там есть еще один маленький подкрылочек, который закрывает, по-моему, там идут трубки, ну, трубопровода бензобака. И вот этот самый подкрылочек там крепится на одну клипсу. И если эта клипса была мною либо плохо закручена, либо раскрутилась, она может создавать легкий удар по подкрылку и создавать вот эти непонятные звуки. Они меня, если честно, немножечко раздражают. Вот, во-первых, это значит, во-вторых, один из подписчиков или человек, который просто смотрит мой канал, написал, что почему бы не показать, что там внутри. Ну, в общем-то, почему бы и не показать, поэтому я решил сегодня немножечко тепловой пушкой разогреть свой гараж и все-таки создать себе более-менее комфортную обстановку, во-первых, посмотреть, что там гремит, а во-вторых, записать вам, может быть, вам будет это все-таки более полезно, нежели я просто говорю, что вот я поставил подкрылки, там я вам постараюсь показать, как это делается, там все очень просто, ничего сложного, сами все увидите. Итак, переходим непосредственно к тому, тут получится процесс наоборот. Обычно показывают, как его туда ставить, а я вам сейчас покажу наоборот, как он вот стоит, он у меня сейчас на месте, и каким образом я его буду снимать. Итак, для начала, для того, чтобы снять, как вы видите, машина, она чистая, но под крыльями все-таки присутствует грязь, а так как лезть нам придется туда, ну, вручную, то мы, получается, можем немножечко запачкаться. Специально для этого мы сейчас наденем, так как у меня в гараже сейчас, я напомню, сейчас в гараже температуры где-то минус 7, минус 8, достаточно холодно, поэтому просто на эту мы оденем что-то, что не жалко. Так, ну вот, я слегка экипировался, чтобы было не жалко испачкаться. Итак, для рассказываю, значит, снимать колесо, вы можете снять колесо, задомкрасить машину, открутить колесо, так вам будет намного удобнее. Но на самом деле можно даже этого и не делать. Я бы сейчас мог ее поднять и показать вам процесс со снятым колесом, но домкрата, которым я сейчас могу ее поднять, у меня здесь нет, он вышел из строя. Поэтому я вам сейчас покажу, как это можно сделать, не снимая колеса. Для начала вы просто переводите подвеску пневму в максимальное верхнее положение. Вот я ее уже перевел. И сейчас я вам покажу, как он крепится. То есть как непосредственно сам подкрылок закреплен. Вот смотрите, вот два штатных крепления. Вот видите, бампера получается. Один болтик, второй болтик. Вот именно за эти болтики и заходит сам подкрылок. Больше здесь креплений
Как вы видите, никаких нет. Есть еще два крепления вон там. Вот если вы можете видеть, сейчас покажу. Вот оно одно крепление. И по сути, вот здесь вот еще, можно еще одно проковырять и прикрепить этот подкрылок уже непосредственно к раме. То есть, о, не к раме, а к кузову автомобиля. Но я этого делать не стал, но просто не захотел делать лишние дырки в кузове. Вот, сам подкрылок далее, он получается заходит за верхнюю кромочку крыла и за нее держится очень плотно. Вот так он работает, вот как видите, вот она грязь. Вся разлетается и вся осаживается на нем. Сейчас я его откручу и покажу вам, что у него внутри. Итак, вот я открутил два болтика. Все, больше ни на чем наш подкрылок не держится. За нижнюю часть я его вывожу из-под верхней кромки крыльев. Вот здесь он чуть-чуть подзастрял. Сейчас мы его оттуда достанем. Итак, занял у меня этот демонтаж небольшое время. Основная суть в чем? Вот здесь вот, вот здесь, он крепится за счет распора самого. И за счет этого держится. Так. Так, все. Вот мы его демонтировали. Какие-то даже наклеечки на нем есть. Итак, смотрите, значит, по подкрылкам. Вот что у нас. Ну, под ними, то есть все, чем я в принципе обрабатывал, оно пооставалось. Но вот если видите, вот видите место. Вот это вот. Вот это место у нас, вот это место, оно, видимо, было плохо обработано, и поэтому я сейчас просто ковырнул, и от него отлетел кусок. Но, как видите, там все чисто, там нету ни ржавчины, вот, ничего. Полка крыла, вот так она, получается, выглядит. Есть, видите, небольшие точки. Но это очень-очень-очень мелочь. Но на самом деле, если вы хотите увидеть на практике где-то ржавчину, то залезьте вот сюда. Сейчас я вам покажу. Вот в это вот место. Вот тут, видите, у меня песок. И вот он, песочек. Вот песок и обработка. Но обычно вот в этом месте, вот здесь, начинается ржавчина. А еще ржавчина очень хорошо начинается вот здесь, видите? По этому кругу нужно будет сейчас чем-то обработать. Здесь стоит затычка, но самое интересное, что под этой затычкой обычно у многих очень-очень-очень-очень много песка. Я не знаю, как-то, наверное, его нужно промывать, чтобы его там не было, потому что песок набирает в себя влагу и начинает это все дело там потом подгнивать. Обработка-то хорошая, но это все-таки... лишняя проблема, так же как и у рамы. Это, если обратите внимание, у меня тоже внутри там есть песок. Это тоже должно обрабатываться, чтобы никаких проблем не было. Кстати, вот по кузову я пыль стер, видите? Тоже все в обработке, все темное, ну все черное, ничего не послетало. Все в порядке. Так, значит, что касается самого подкрылка. Вот такая эта штука. Вот он подкрылок. На нем даже тут какие-то еще бумажки пооставались, на них уже ничего не видно. А вот смотрите, вот на нем наклеена, по-моему, это вибруха была. Вот. Вы спросите, почему не по всему крылу, не по всему подкрылку? Потому что когда вы начинаете лепить, просто я сам так сделал, сам попал на эту ошибку. Я сначала залепил весь подкрылок изнутри полностью. Я его заклеил этим материалом шума, вибро. И получилось как? Я начал его запихивать под крыло, но так как
там места очень мало, то есть сам подкрылок туда встает практически впритык, и там кое-где только есть вот эти полости, практически посередине, больше нигде, которые можно засунуть, которые можно заклеить, чтобы он туда встал. Я его заклеил весь, и в итоге, когда я его начал туда ставить, он просто не влазил, ему там не хватало места. Вот эти вот небольшие миллиметры, которые толщину придают этому подкрылку, они не дают ему встать ровно на место. Поэтому все-таки основную, я бы сказал, ну, может быть, основной защитный, и все-таки какой-то шумоизоляционный слой это будет тот, который вы будете наносить. Шумка тоже придаст, но она скорее больше придаст еще больше плотности, так как подкрылок все-таки, ну, такой, скажем так, не совсем он родной, то вы этой шумкой создадите именно прижим хороший. То есть, если она будет в нужном месте, за счет этого подкрылок очень крепко встанет на свои места и уже не будет там болтаться. Это очень большой плюс. Как это делать на сервисе, либо самому, я не знаю, дело, конечно, ваше. Но как я считаю, что тут ничего сложного нету, это можно сделать самостоятельно. Очень хорошо помыли внутреннюю часть. Если что-то где-то отваливается, помогли этому делу всему отвалиться. Потом просто взяли средство, обезжирили все по максимуму очень хорошо. То есть места очень много, то есть можно снять колесо, можно не снять, без разницы. Потом все это обработали. Но это лучше делать летом, когда все жарко, как говорится, все разгоряченное и все хорошо сохнет. То есть нанесли, подождали, пока высохнет, все это дело засохло, поставили подкрылок и ездите. То есть мне очень нравится, во-первых, подкрылок он создает защитный момент, то есть защищает ваш подкрылок, плюс эстетически это выглядит чуть-чуть получше. Просто когда вот это вот все дело видно, ну, мне лично не очень нравится, даже когда там это обработки присутствует. Все-таки когда это все закрыто пластиком, ну, на мой взгляд, выглядит просто посимпатичнее. Поэтому, кому понравилось, это очень недорого, это очень просто, ставьте. Единственное, вот выполняйте вот эти все моменты, чтобы у вас шумки было немного, потому что она вся там не влезет. Сразу скажу, на сервисе, ну, если у вас есть люди, которые прям проверенные 100% вам хорошо сделают, едьте. Если нет, во-первых, могут не очень сильно закрепить, неправильно закрепить, будет барахлать, будет все это требезжать, и будет тереться что-то где-то в каких-то местах, что, допустим, если неправильно закрепить по низу либо по верху, оно будет тереть, сотрет краску, соответственно, сотрет слой защитный, грунт, и дойдет до металла, начнет протирать грунт, сгнит, не сгниет, но начнет ржаветь. Почему сгнит, не сгниет? У меня был марк 10 лет, и все, что в задней арке, это вообще не было никакого защитного слоя. Просто он там весь смылся, там был просто металл грунтом, где-то уже прям до металла сошло. Ни одной точки ржавчины. Он там был просто, вот крылья сами арки, как у некоторых машин ездишь, смотришь, 2-3 года, там уже что-то где-то цветет, 5-6 лет, все, там уже начинает прям ржаветь конкретно и гнить. У Toyota этого нет. Поэтому у Toyota очень хорошая декор, очень хорошая самообработка металла. Металл не очень толстый, но хорошо обработанный, и за счет этого он долговечнее держится. Поэтому вот то, что делаем мы, то, что делаю я, это эстетика плюс защита. Поэтому сейчас я все это дело соберу. Итак, 15 минут времени у меня заняла обратная установка. Ну, смотрите, все. А он стоит запад лицо с кромкой, вон туда уходит. То есть он лежит на кромке крыла. Ну вот два крепежных болтика, которые я уже показывал. Кстати, есть еще один момент, очень, ну, на мой взгляд, он очень интересный, и, может быть, вам будет очень сильно полезный. В каком-то из видео я говорил, что я на своем автомобиле поменял руль на другой с контрактного автомобиля и поменял на балдашнике КПП и саму этой. Есть еще один момент, о котором бы хотелось сегодня рассказать. В одном из моих видео я, кажется, уже говорил, что я поменял на своем автомобиле руль, то есть поставил с автомобилем с меньшим пробегом, ну, то есть без пробега по России, и поменял на балдашнике на КПП и на раздаточную коробку.
Вот, сейчас вам хочу показать, что у меня, ну, непосредственно было до того, как я это поменял. Как, в каком состоянии был он у меня, а к чему вообще я хочу это рассказать? Я хочу это рассказать для тех людей, которые пытаются, ну, как вам правильно сказать, которые пытаются, вот пыль стираю со старого набалдашника, которые пытаются по состоянию кожаных элементов автомобиля, вот этих ручек, набалдашничков, оценить пробег автомобиля. Ну, как один из вариантов. Так вот, руль, к сожалению, я вам свой старый показать не смогу, потому что его уже забрал у меня один товарищ. То есть его был там вообще в ужасном плачевном состоянии. Мой это был нормальный, просто он немножечко облысел и местами прям потерся. Мне это, ну, не очень нравится. В тех местах, где чаще всего его держат. Вот. А вот на балдашнички они остались, я вам сейчас их продемонстрирую. Но для начала покажу вам руль, какой он сейчас. То есть вот. Я не знаю, насколько хорошо камера передаст. Вот эта сама часть моя родная, я ее не менял. Вот, то есть такого формата руль. И вот, смотрите, значит, вот такой был у меня сам набалдашничек АКПП. Вот, видите, кожа еще, то есть шов еще все в порядке, все с ним нормально. Но вот это вот место, оно, видите, уже облезло. То есть оно немножечко облысело и полезло. Если вот тут внизу еще фактура какая-то осталась, то здесь он вообще гладенький. Ну и тут, собственно, он такой же. Вот. Вот набалдашник раздатки. Ну, он, ну, я думаю, он, как у всех, практически как новый. То есть на нем следов эксплуатации-то практически незаметно. Но я поменял и тот. В итоге вот раздатка. Вот ручку переключения передач. Ну, видите, на ней еще тут и фактурка есть. Но шов, естественно, целый, ничего не облезшее. Да, кстати говоря, те, кто вот, ну, будут там смотреть себе, может быть, автомобиль, кому может быть интересно, по поводу состояния кожи. Вот если вы хотите узнать по пробегу там так далее, вот эту вот штуку, на самом деле, редко кто меняет. Но я вот уже захотел поменять, а сам недавно обнаружил. Вот видите, вот здесь вот в этом месте, ну, видите дырочка? Там она реально вытирается от времени. То есть, если ее вот так вот прикрыть, то все ништяк, вы ничего не видите. А вот здесь она начинает потихонечку протираться. И вот здесь, вот видите, тоже она начинает облазить. То есть это тоже не особо красиво. Скорее всего, вот эту вот деталь я в скором времени тоже поменяю, потому что, ну, выглядит она не очень здорово. Расскажу, почему я именно это решил сделать. Был вариант либо перешить руль и перешить вот этот вот маленький набалдашничек, конкретно АКПП. Но я посмотрел то, что мне предложили, как это могут сделать. Мне, если честно, не понравилось. То есть, во-первых, видно, что не родное. Оно может быть, знаете, как даже, оно может быть, с одной стороны, даже и кожа там получше. Но вот как-то вот чуть-чуть не то. Мне все-таки, не знаю, мне вот, ну, не понравилось, одним словом. Вот. И я посмотрел, почем это стоит. В принципе, это стоит, скажем так, как серединка по обшивке руля. Руль что-то стоил 6. А вот эти штуки, по-моему, 3500. Ну, то есть память не изменяет. Это без доставки. Вот. Вот я это все поставил. Теперь не за тем, чтобы кто-то потом, когда смотрел, я сказал, ты знаешь, друг, у меня вот, смотри, какое состояние руля. Ну, если когда-то буду продавать, вот видишь, он в идеале. То есть, ну, если человек будет только смотреть на руль и на балдашник, ну, не знаю. То есть это я сделал для себя. Чтобы я вот, когда садился в автомобиль, у меня был отличный руль, отличная рукоятка КПП, то есть она такая более, ну, более мягкая и фактурная, за нее поприятнее держаться. Это сделано в первую очередь для себя любимого, поэтому, ну, почему бы так и не сделать? Я считаю, что это намного лучше. Мне понравилось больше, чем перетяжка. Кому нравится перетяжка, ради бога. Но я сторонник того, чтобы все-таки было, ну, сток родной. Ну, вот люблю я так. Это лично мое мнение. Никому его, соответственно, не навязываю. И да, сейчас я еще приедем во второй гараж.
Там будет очень интересная вещь для тех, у кого у прадика серый салон. Ой, серый, светлый салон. То есть, ну, такого. Вот у меня, допустим, он темно-серый, а у них он светлый такой, ну, как песочный, я не знаю. Я вам там покажу одну штуку, может быть, кому-то будет очень полезно. Так вот, о чем я говорил. Я говорил о том, что есть у меня вот такая вот штука. Она, вот видите, она, ну, для меня конкретно приходила. То есть это я себе покупал такую штуку, даже ее еще не распечатывал. Она пришла, но не того цвета, которого нужно. Сейчас я ее открою и покажу вам уже. Первый раз, между прочим, я ее открываю. Она у меня уже, наверное, полгода лежит. Посмотрите, что там внутри. Итак. Итак, вот такая вот деталька есть. Вот эта вот верхняя часть, это задняя обшивка задней двери. То есть, вот посмотрите на ее состояние. Вообще она бралась конкретно для себя, но пришла не того цвета. Вот, она не поцарапанная, не ушатанная, не потыканная. Вот это все, что вы видите, это все грязь. Вот. Она даже просто рукой отлично оттирается. Это верхняя ее часть. Вот сейчас. Вот видите, клипсы, все на месте. Она была также снята с распила, но еще раз повторюсь, пришла просто ненужного цвета, не того цвета, которого надо. Поэтому, если кому-то требуется, позвоните или напишите, то есть. Но я думаю, в любом случае договоримся.